Рождественские морозы придут в Казахстан. Ближайшие три дня на западе страны ожидается изменение погоды. Там прогнозируют снег, метели, усиление ветра до 20 метров в секунду. А после придет похолодание. Местами столбики термометров опустятся до минус 28 градусов. Такая же погода будет на севере республики. Но там синоптики обещают 33-градусные морозы ближе к выходным на юг нашей страны. Придут осадки, дождь, мокрый снег, туманы и гололед. Температура кое-где понизится до 18 градусов со знаком минус.